Итак, погнали играть. Так, значит, начать игру. Игровой режим обычный, чего? Обычный, легкий. Можно изменить на легкие в параметрах. Имеется одно решение, которое можно получить только в этом режиме. Эй, Лёша! Ой. Серьезно, легкий. Да ну нафиг, короче, что мы будем париться? Обычный. Да пофиг, что. Я понял. Да пофиг, погнали на легком. Конечно. Естественно, ребята. Не будем париться. Ну да. Вера, надежда, любовь. Ага. Ух ты, красиво. Ух ты. Средневековый замок. О-о-о. Прикольно. Ничего себе, элита собралась тут. Опа, царь. 80% царь. Здравствуйте. On a guess, lend me your ears. Long as our Fevremont suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Dragon Throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the sovereign. Да, это я, владыка. Боже, а кто владыка? Это я, владыка. Серьезно, а кто это? Новый царь. Здорово. Да-да-да. Хай. Да-да-да, я вас всех распущу тут. Буду бороться с коррупцией. Так, погнали. А кто мы? Пожалуйста. Ага. Не пей, отрава, не пей. Of the Dragon Throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge their allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the sovereign of Vermont! Long live the sovereign! Чего? Thou wouldst slay the dragon. If thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside. Ask thee to demonstrate thy will
for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. А я говорил, что не пей, не пей! Я тебе говорил, собаки траванули уже! Опа-на! Не говори, что меня в темницу посадили! Не говори, что меня в тюрьму посадили, а ну-ка! Алло, мрази! Так. Так. Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Так, вы можете выбрать заключенного, чтобы использовать его в качестве заготовки, или выбрать фигуру в капюшоне, чтобы создать персонажа с нуля. Чего? Ага. То есть, кто мы будем, да, получается, по сути? А я ведь персонажа создавал. Ну я хочу за бабу играть. Вот это вот мне нравится. Вот да, вот это вот мне нравится. Нет, ты не будешь. Нет, это не я. Ух ты! Ядрит колотить. Не, вот этих я точно не буду, тигры. Леопарды, куда они тут? Ядрит колотить. Сколько тут в камере сидят? Здорово. Да-да-да. Ты не вынуждай мне сейчас говорить. Я тебе. Так. Я вам этот самый, как его называется-то? Я не Навальный, чтобы терпеть. Я сейчас это самое. Выйду с камеры, я вам всем тут пиздюлей надаю. 80%-ному тоже. Так, а ну, вот это вот мне больше всего нравится. Вот это. Ну, вот это тоже симпатичный. Вот это. Ну, это такой себе. Не, ну... Ну, вот этот вот. Шоколадненький. Я не расист, конечно, но ладно. Ну, вот, да мне вот это вот нравится больше всего. Короче, я вот это вот выбираю. Ты будешь... Как тебя выбрать? Да я хочу тебя выбрать, я тебя выбираю. Да, я тебя выбираю, короче, все, ты будешь. Использовать существо, персонаж для создания восставшего, да. Чего? Подожди, да я вот этого создавал. Да, я вот эту создавал. В редакторе. Пока он загружался. Ну да, женский. Боец. Ну, я хочу, конечно, воина выбрать. Ну, я хотел, конечно, воина выбрать. Рауль, конечно, выбрал воина. То есть мага, да? То есть он выбрал тоже мага. Но я не хочу быть магом. Я хочу вперед бежать. В это самое, короче. Всех мочить, гасить, короче. В первых рядах. Короче, ну да, женский, конечно. Ну да, пускай будет, все. Да. Возраст. 20. 20? Пожалуйста, можно. А какой маленький можешь выбрать? Самый маленький, 18 можешь выбрать. О, 18, вообще шикарно. О, я вообще. То есть 18, пускай будет, 18. Увози меня скорей, та-та-та-та-та, 18 я уже, так, ладно, пускай будет 18, самая молодая будет, девиха будет у нас, бабеха, так, ну, конечно, завершить, все, я готов, мне 18. Не нравится мне твой взгляд, слишком дерзкий для пешки-то, что там далее?
Mayhap is only natural, seeing as how you rise from the dead. А у большинства из вас взгляд пуст, словно у трупов. Впрочем, так и должно быть. Учитывая, что вы восстаете из мертвых. В каком смысле я из мертвых восстал? Я тут сейчас из камеры восстану вам. Продолжить. Но ты совсем иного кроя, словно тебе ведом страх смерти, как и всем смертным. Конечно, естественно, новичок я попробовал. Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Так, но не переживай. Ядрит колотить, как он высказывается. 3 дня здесь ты будешь жажда сладкой объятий смерти. Конечно, конечно, да-да-да. Да-да, естественно. Ага. Come along, you feckless dullards. Шевелитесь, бестолковые вы олухи. Добавлено одно из нескольких дополнений. Вы сможете получить по мере прохождения игры. Окей, допустим-то, окей. Подожди, это я? Выпустите меня, алло. Я тут это самое, как его. Пробуждение в темнице. Здравствуйте. Ух ты, какая молоденькая, красивая. Цыпочка. Чего? Окликнуть беседа. А я могу побеседовать, Анкаев? Я понял. Эу! Слышь? Алло! Ты! Да, помощь нужна. Выпусти отсюда меня. Подожди, я могу сюда зайти, в эту камеру. Замечательно. Сейчас я пойду. Сейчас порядок наведу вам. Сейчас я проверю. А ну! Взятки берешь? Так, сейчас. А ну! Я этот самый, как его. Да-да-да. Я сейчас тебе это самое... Вот только это самое. Так, сейчас я погнал. Пожалуйста, а куда мне идти надо? Повернуть камеру, это вот так вот, да? Здравствуйте. А, они меня ждут. Они там стояли, ждали, пожалуйста. А что на таб? На табе. На табе место раскопок. Серьезно? Это карта? Ага, это карта. Карта мира на левой кнопке мыши. Ага. Я понял. Карту посмотрите. А зачем мне карта, если я тут? Подожди, а как я вопрос знаю, где я нахожусь-то? Ладно, не буду спрашивать, а то слишком уж много. Сейчас! Подожди, а я могу ударить его? Блин, я не могу ударить. Я вас всех освобожу потом. Так. А вам это самое, этот самый, пики точёные вам. Погнали. А, чего? А что они делают? Они руками копают? Ладно, идемте. Ух ты, красиво, красиво выглядит. Нифига себе. Опа-на, это что за какашка большая? Место раскопок. Ага, пожалуйста. А что они раскапывают-то? Я понимаю, что они раскапывают. А, чего ты там мешкаешься? Ленивое отродье. Чего? Какое тебе ленивое отродье? Если я тебе лопатой по морде огрею. Опа, у нас шкала появилась. Чего? Контр? X, E, V, F. Чего?
Здравствуйте. Подожди, мне напоминали, знаешь, эту игру? Сейчас я тебе скажу. Готика 2. Не, даже Готика просто игра. По атмосфере, кстати. Пожалуйста, что это у нас за сумка такая? Пожалуйста, это фонарь? А, ну-ка, естественно, сзади стоят и уже подпирают нас. Чтобы мы назад не пошли, да? Я хочу сюда идти, понятно? Я хочу и пойду сюда. Пожалуйста, как бежать? Ну, естественно, нас охраняют тут. Слышь? Алло, шестерки, пошли за мной. Шестерки, давайте, шевелитесь. Давайте. Раны болят. Молю, не напрягай... Чего? Не напрягайтесь излишне. Окей. Тут место для таких, как ты, слишком уж сурово. Даже мы, пешки, едва тут выживаем. Не стоит тебе злить смотрителя. Следуй к месту работы. Серьезно? Не злить его? Ой, напугал меня. Не злить его. О, у нас бег есть, наконец-то. Мы можем бегать, да? О, мы можем бегать. А, пожалуйста, куда мне бежать надо? О, за ним бежать надо. Ладно, побежали. Да, конечно, бегают они странно, но ладно. Время приняться за работу. Пожалуйста, что я работаю? Пошли, подбери валун. Какой валун и где валун подобрать? Алло. Какой валун и где подобрать? Жить тяжело. А мечтать просто, ну да. Чего? Едет колотить, какой прикид у меня офигенный. Ебанус. Серьезно, вот это у меня что, юбка типа? Красава. А, погнали. Говоришь желанием потрудиться, тогда для начала хватай камни вон там и позади, доволоки их сюда. Чего? Пожалуйста, как свет включить-то? Зажечь фонарь. Ctrl-R. Во, спасибо, хотя фонарь есть. Ctrl-R, надо запомнить-то. Здравствуйте. Как любезно мне поставили камни. Пожалуйста, а я могу... Тут... чего тут повсюду сплошные, что там... Да. Спейс-прыжок. Ага. Пожалуйста, как взять? Е. Ну, естественно. Едрит колотить? Ни хрена себе! Вот это я болдер билдер. Едрит колотить? Я тут это самое, как его называется-то? Александр Невский, это вообще в сторонке стоит. Это самое. И курит. Ядрит колотить, вот это я масл баба. Ни хрена себе, вот это я накачалась. Ебануться. Боже, а может быть это пластиковые? Ебануться. А у вас тут проблема, у вас тут камни пластиковые. Ебануться. Здравствуйте, вам камень нужен по ебалу? Здравствуйте, вот камень по ебалу. Опа, пожди, а я его могу двигать? А ну-ка. А ну-ка, так, а ну иди сюда, гондон. Так, иди, ну, бля, мразь. Пожалуйста, я могу, подожди, я с камнем могу прыгать? Ебануться, неплохо. Так, 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 подожди, я его могу скинуть? А ну-ка. Так, значит, я хочу
потестировать, потому что я не зря тут купил игру. А ну-ка, давай иди сюда. Да, иди нафиг отсюда. Давай, давай. Ползи отсюда. Давай. Блин. Ладно, пофиг. Пожалуйста, куда мне надо было нести камень? А, в ту сторону, да? А ну-ка, я думаю, уже будет интересно, кстати, пожалуйста. Надо было в ту сторону нести камень. Так, здравствуйте, вот, вот вам булыга. Куда мне ее? Вот, бросить камушек. Неплохо сработано, следующий по списку. Что там за шум? Надо выяснить. Давай, давай, идем, выясним. Пробуждение в темнице. Вот значит, что происходит. Ядрит колотит, там дракон. Shift рывок. А, нет, не дракон. Гаргона. Опа, ей нельзя в глаза смотреть. А то в камень превратишься, да? А, ну естественно, ну естественно. Змеюка. О, ну вам пиздец, ребята. Опа-на. Ну, естественно, оружие взять. О, давай. Серьезно, мне с ней сражаться надо? Да вы издеваетесь. Переросток. Паша, а как ее пиздить надо? Натиск. Веб-протокол? Какой веб-протокол? Что за протокол? А, протокол. Прокол. Тьфу ты, протокол. А, защита на... Вот это, на шип. А, на В бить. А, защита. Чё, я уже рыб? Нет, я не рыб. Поднять и помощью Ева. Помощью. Серьезно, я ее могу. Так, давай толкай ее, бей ее. Прокали ее. Да, она где-то там тусуется. Я не могу во время битвы читать диалоги, извините. Да, ё-моё, какая переросток. Она отвлекается на... Серьезно? Змеюка. Так, пиздюлей получила, убежала уже. Молодец. Паша, у меня меч есть. Какой мой долг ждет? Какой мой... Чего? Да-да, сбежал эта тварь. Да, мы... А мы тоже бежим. Конечно, конечно, вернемся. Да-да-да. Естественно, бежим. Shift рывок. Да-да, я знаю, что изгнали чудовище, но... Мне надо бежать. Извините, я занят. Здравствуйте. Прыжок. Ну, естественно, они не будут прыгать.
survive a fall from this height. I'm not even a pawn. Ебануться. Здравствуйте. Стреляйте. Молодцы, дурачки. Да. Конечно. Косоруки, обезьяны. Серьезно. Вот дурачки они, а? Не умеют стрелять. Ага. Капакома представляет. А почему не написано, что она вторая часть? Ну конечно, тут косоруки обезьяны стоят тоже. Эти лучники, дурачки. Такс. Зато у меня есть меч и щит есть. Так. И кошка ко мне пришла. Значит, хорошая Маша. Хорошая Маша. Ого. Есть, редко сказать, у них там катапульта стоит. А, нет. Этот самый, как его называется, этот. Эу-эу-эу, ты куда стреляешь? Да, файер. Серьезно? Ой-ой-ой. На пиздец. Такс. Так, ну естественно, нам ничего. Конечно, мы живы остаемся. И меча у нас тоже нету, да? И мы единственные выжили, наверное. А, о нет. Ага. Чего минус один еще? Так это кто такие? A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. А, сначала внезапно появляется грифон, и в следующий миг он падает на землю. И вот теперь передо мной стоишь ты? Так это, получается, была ты. Ты прилетел на его спине. То, что ты выжила, воистину чудо. Пойдешь со мной в крепости. Крепости мы... Излечим твои раны и заодно выслушаем твою историю. Серьезно? Не, спасибо. Я знаю уже. Спасибочки.
я знаю, я не куплюсь. Первые нотки свободы, достижения. Нет, меч у меня с собой. Побуждение в темноте завершено. Грифон, здравствуйте. Подожди, я меч могу достать? В ножны достать на X? А, меч достать на X. Е схватить. Подожди, это защита, вот это вот защита. В, я помню, это вот такой вот удар. Это вот такой удар. Ну да, В прокол, натиск, чего? А натиск это что? А, натиск это вот такой. Shift рывок. Space прыжок. Е схватить, это защита. Неплохо, ладно, погнали. Пожалуйста, за этим, да, идти надо. Пожалуйста, я с ним могу поговорить-то. Пожалуйста, тут сундука есть. А ну-ка, я не пропущу. Целебное снадобье. Конечно, я естественно не пропускаю. Если плохо где-то что-то лежит, то надо обязательно взять. Чего? О! Контр, чтобы активировать навык оружия. А чего? Да ёб твою, эти самые гоблины! Боеприпасы вы! Слышишь? Ой, ёб твою. А как? Опа! Пожалуйста, а чего я сражаюсь только? Я не понял. Я тут что, самый... Алло, ты чё, дурак? Лежи. На трупах чудовищ и их подобных можно найти немало полезных предметов. Конечно, естественно, ребята. Естественно. Конечно, мы лутаем этих самых гоблинов. Эй, куда направляешься? Ты не можешь так просто сбежать? В каком смысле не могу? Могу сбежать. Хочу и сбегу. Вы чё, вы все охренели? Так, а ну-ка. Вот, я буду подбирать всякий хлам. Погнали. Подожди, тут еще какой-то хлам есть. Если он мигает, то можно собрать ведь, правильно? Ну, естественно, 150 золотых. Погнали. Да ёпт! Серьезно? Куда я иду? Да куда, куда? Да ё, меня убили уже. Серьезно. Слишком я уж сильно, как его называется, в атаку побежал. Да я знаю, что надо подобрать с трупов этих самых. С трупов надо подобрать всякую хрень. Так. Where do you think you're going? Так куда я иду? Пожалуйста, как лечиться? Защита вот на эту. Пожалуйста, я просто... Серьезно, я не знаю, кто тут... подобрать. У нас щит просто тупо лет... Серьезно, а как мы это... Чего? Ни хрена себе, у нас щит просто летает
на спине. Ни хрена себе, вот это магия. Подожди, собрать. 150 золотых, подожди, тут яйца есть. I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Да ладно, ладно, я тогда и это. Опа, гоблины. Короче, ладно, мы тогда будем просто тупо в этом самом стоять, как его. Ёпта, ёпту. Во, у меня щит есть. Что, все хорошо? А, нет, не всех замочили. Все, теперь всех, да? Уровень 2. Подобрать яблоко. А здоровье плюс 25, выносливость. Что-то там еще подобрать. А, собрать. Тогда мне надо обобрать трупы ведь. Потому что я бомж. Бля, жизнь восстанавливается сама по себе ведь. Алло. Куда ты идешь? Я не заставлю тебя получить лечение, но я бы хотел бы работать. Да-да-да, сейчас я подберу. Подожди, а как... А, тап. Подожди, тап. Карта. Подожди, карта. Подожди, это мы... Чего? Ага. А, ну, карта... Да, ну, такая себе карта. Подожди, это что за перекрыто... Тут перекрыто дороги. Я не понял. Это дороги. Тьфу ты, я думал, тут перекрыто. Ядрит колотить. Паша, как на И инвентарь открывается? Тап, руководство на тап. Ну, на тап. Какое руководство? Прыжок. Текущая позиция. Список заданий. Поиск. Чего? Список заданий на Y. История начинается. А, детали. Угу. А как можно... карта. Предметы. Предметы. Я могу покушать. Вот скушать я хочу. Использовать яблочко. Использовать. Вот. Я покушал, да? А, у меня есть хилка. Такс. У меня есть фонарь. У меня есть щит. Одежда есть. Защита. Блин, сколько тут всего, ребята. Нифига себе. Еще это надо разбираться. Во всем вот этом. Тут есть кольца. Есть. Одежда. Пожалуйста, мне интересно, а я могу снять одежду? Ой, задание, снаряжение. Ага, снаряжение. Пожалуйста, как я могу посмотреть, покрутить ее? А чё? А что на Е? А. Ага. Статус. Что за статус? А, статус это у нас наши эти самые все. Стихия. Сила. Защита. Магия. Магия защита. Здоровье. Недуг. Прозвище. Раса, вес. Призвание. Навык оружия. Мгновенный удар на натиск. Ага.
Ага. Окей. Ну, допустим-то, у нас есть золото. Есть еще что-то тут. Непонятно. Заметки. Заметки, чё? А ты кто такой? Борис? Джастин? Серьезно? Руководство, битва. Ага. Так. Ядрит колотит, сколько тут все много предметы. А как я могу посмотреть снаряжение? Снаряжение. А тут нету типа защита. Так. Подтвердить, отменить. Снаряжение. Ага. Автоснаряжение даже есть, нифига себе. Прикол. Ебануться, сколько тут всего есть. Много. Окей, погнали. Побежали, точнее. Так, тап руководство почитать. Да никакое руководство. Я уже почитал его. Я хочу посмотреть. Потыкать что-нибудь. Вот, собрать. Шкура зверя. Замечательно. Подбираем, естественно. Опа-на. Это кто такие? Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? The pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Rift Stone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Ничего себе, во, хотя бы ко мне тут... Хорошо относится, хотя пока что. Камень разлома? А. И что с ним делать? Pray. Summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Так, сейчас вы произведете, вы произведете вашу основную пешку верного напарника, который будет с вами рядом на протяжении всей приключения. Как оно будет выглядеть, попробуй представь себе ее. Вы можете начать шаблон и создать с нуля. Угу, выбрать шаблон. Давайте шаблон попробуем. Чего? Ядрит колотить, да вы издеваетесь. Ядрит колотить! Я представляю, этот напарник. Да этот напарник сожрет меня. Опа. Так. Ну, я не знаю, вот. Вот тут вот шоколадное есть. Вот это вот мне нравится, кстати. Ну или вот это вот. Давайте себе подругу. Ну, естественно, давайте в шоколадную подругу выбираем. Естественно. Опа. Ну, естественно, кто... Кто же иначе? Раса женский... Чего? Женский человек. Ну да, она женщина вообще? Надеюсь, не мужик. Туловище. Так. Персонажа продолжить. Туловище какое будет у нее.
А, ну, я не знаю, какое туловище. Ну, вот это вот, давай первое выберем. Давайте, как я буду выглядеть. Туловище, голова. Голова. Голова, какая у нее будет так. Да не, да Да нет. Да. Да мне вот это вот нравится. Детальное редактирование. Ну да короче. Блин, ну если я начну сейчас редактировать, это полгода будет. Нижняя верхняя часть корпуса. А ну-ка. Давай мы это самое. Форма груди. А ну-ка. Так, размер груди, ну естественно, побольше. Кошка, что ты шумишь? Я не знаю, что я делаю, короче, ладно. Так, торса, возьмем рук, плеча, окей. Алта завершить, окей. Редактирование, нижняя часть. Бедра, колен, возьмем ягодиц. Ягодиц, пора. Ягодицы. Сейчас. Как в 74, сейчас будем так. Alt. Призвание. Призвание. Пошли, воин. Мы можем призвание давать. Короче, мне нужен срочно маг. Короче, мне нужен маг, который будет пиздить, короче, сдали. Я, короче, бегу вперед, короче, мочу всех там впереди, а маг чисто сзади стоит и всех пиздит. Вор. Зачем мне вор нужен? А, лучник. Лучник. Ну, лучник это тоже хорошо, кстати. А вот маг это вообще четко. Маг, естественно. Характер. Характер. А какой он? Добросердечный. Послушный тип пешки. В битве стремится к балансу. Поспешит на помощь союзникам. Чего? Блин, я не знаю, что сейчас мне будет. Мне нужно какая-нибудь это. Ну вот это вот, кстати, вот это вот хорошее. Невозмутимый. Голос. Ой, а как можно послушать? The people here are evacuated and safe for the moment. The people here are evacuated. The people here are evacuated. The people here are evacuated. The people here are evacuated and safe. The people here are evacuated. The people here. The people here are evacuated and safe. There are more who can yet be saved. Допустим-то, пускай будет вот этот. Завершить. Все. Имя. Как тебя назвать-то? Как назвать-то? Как тебя называть-то? Как? Окей. Сейчас, надо сейчас придумать, как... А ну-ка. Сейчас. Так, ты будешь у меня этот самый.
Так, прозвище. Чего? Чего? Я чуть-чуть не прочитал по-другому. Я чуть-чуть не прочитал бупс. Бритни? Ладно, пускай будет. Допустим-то. Оба-на, здравствуйте. Pawns are oft called nomads. We wander between this world and the many other realms with which we are connected. Пеших часто называют кочевниками, ибо мы путешествуем между этим миром и множеством другими, с которыми связаны. I am no exception, and my experiences in these other worlds will doubtless be of aid to you on your adventure. Я не исключение, и тем и те знают, что были получены в иных мирах, без сомнения, пригодятся и в твоих. Tis my privilege to accompany you as your loyal pawn, and I will gladly use the knowledge I gain to guide you. Для меня, как для верной пешки, честь сопровождать тебя, и я с радостью использую свои знания тебе на пользу. Пожалуйста, что она умеет-то? Но ведь она маг. Well, I'll be a pawn summoning before my very eyes. Естественно, была на моих прямо на моих глазах была призвана пешка. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Выходит, ты на самом деле восставшая. Удивительно. Я-то думал, что восставший в столице. Surely there's only meant to be one Arisen. Fine. This is all beyond my ken. Не может быть, несколько восставших. Ох, все это за гранью моей понимания. Впрочем, уверен, старший страж границы во всем разберется. Если, конечно, нам повезло, и он уже вернулся. You're free to do as you like before then. Думаю, все прочие вопросы оставим старшему стражу границы. Пока он не вернулся, спокойно занимайся своими делами. Про какими делами мне заниматься? What? You've no memories, you say? Да, я ничего не помню. Mayhap you could make for Melv then. It was set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Серьезно, у них там дракон напал на них? Серьезно, подожди, это что у нас, Скайрим? Чего? Свина... Зол лагеря. А куда мне идти надо? Камни разлома. Коснусь камня разлома. Могу. Че? Пешек. Восставший пешек. Чего, однако, эти пешки не могут повышать свой уровень, покуда сопровождают вас. Посему, нанимайте новых пешек, поддержки через регулярные
отрезки времени. Hail, Arisen. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Так, я думаю, ответы в меру моих сил. Давай. Расскажи о пешках. Nomads, we are oft called. Born in other worlds, we travel here by means of the rift stones that we might aid you, Arisen. However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. None of us do. We do not need to. We merely do as we are commanded. Серьезно, нам мы выполним то, что нам прикажут, серьезно. А, окей, допустим, скажи о камнях разлома. Rift stones are gates that connect this world to a multitude of others. Да это я понял, что они соединяются два мира, и это легко, я понял это. By their power have we crossed into this world. And when our mission is done, by their power shall we return to our... Возвращаемся в собственный мир. Ага. Tis the name given to fate's chosen. Those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. От угрозы дракона? Серьезно, мне защищать надо будет от дракона? Я что это самое, копари? Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Подожди, это я что, в Майнкрафт играю? Еще скажи, и чем мне незрит накопать надо? Или алмазы? Ну, вроде бы я все поговорил с ней. Да, до свидания. May fortune speed you on your way, Arisen. Да-да, давай, все, пока. Подожди, где наша... пацаны, вы что тут все стоите тут? Бля, что они все стоят и смотрят на меня? Бля, куда мне идти надо? Бля, куда мне идти надо? И что делать? Тап. Какая карта? Какая карта? Камень разлома здесь находится, я понял. Пограничная застава. Боже, это куда мне идти надо? Сюда, что ли, идти надо? Сюда вот идти мне надо, вот сюда. Боже, и... чего нет? И. Два камня. Боже, она... Боже, а кто за мной? А! Она будет за мной ходить. Я понял. Я понял. Действовать. На помощь. Ждать. Чего на помощь? На три на помощь? You called. Forgive me, but you do not appear to be in need of aid. Да я знаю, что сейчас помощь нужна. Я проверяю тебя. А как? Я не могу. А, я не могу выйти. Подожди, я не могу выйти. А куда мне идти надо? Здравствуйте, они будут просто тупо стоять здесь? Здравствуйте. If you are in need of aid, pray say the word. Так. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Чего? Характер. Специализация нету. Да какое нанимать? Отменить. Наемник пешки. Наемные пешки, чего? Take me as your shield, Arisen. Upon my fighter's pride, no foe shall harm you while I yet stand. Ты кто?
чего? А, ты идешь в баню. А, это что, типа наемники? Ну, мне пока что наемники нафиг нужны. У меня есть вот. После ученого, но я... Окей. Идемте. Пожа, куда идти мне надо? А, куда ты собираешься? Не полностью поправилась. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings yonder. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off resting while you have the chance. А, время отдохнуть. А, время отдохнуть. То есть я понял, нас отсюда не выпустят. Я понял. Здравствуйте. Сколько охраны тут ходят? Ядрит, казалось, сколько вас тут много. Подожди. А я отсюда ведь... Ведь я отсюда могу выйти? Ага, выйти могу, конечно. Естественно, выйти. Мне не дадут выйти. Опа, на какой щит прикольный. Как... Опа-на, кое-кто позабыл. Подобрать. Ух ты, какие щиты тут офигенные, как у римлян. Мне бы вот такой вот щит бы. Нифига себе. Почему я не могу взять эту броню? Она просто тут валяется. Нифига себе, какие мечи офигенные, большие. Да, у меня какая-то вообще зубочистка. Чего, я могу с ним поговорить? Мне сейчас нечего рассказывать. Ну ладно. До свидания тогда. Не хочешь, иди в баню. Так, я пошел, это самое, как он здесь это... Спать. Я, конечно, хотел посмотреть, что тут происходит. Просто интересно очень. Вот, допустим... Ебануться. Ни хрена себе. Мои любимые баги, ребята. Такс. Как я люблю баги в играх. Пожалуйста, это что мне? Прыгать надо, типа, как ассасин. Я могу прыгать. Еее, я ассасин. Чего? А, это красная фигня, да? Ой-ой-ой-ой, недуги. Ой, мне хана, да? Блин. Я понял. И что? Вставай. Меня просто тупо телепортировали сюда, вот. Подожди, а что там? Подожди. Предметы, карта, задание, снаряжение, статус. Боже, что за статус тут? Статус, недуги, нету. Ага. Подожди, а вот это вот я могу... Управление настройками... Система. Какая система? Я хочу посмотреть вот эту вот. История началась. А, время отдохнуть. А, я могу здесь, кстати, на... А, я могу просто Escape нажать, почитать. Что надо делать, я понял. Ладно, пойдем поспим тогда. Сейчас. Так, значит. Стоп. Не стоит полагаться только на автосохранение, чтобы процесс в этом мире актуальным, рекомендуется регулярно отдыхать в гостиницах.
Сохранение данных. Подожди, это что, гостиница? Подожди. А ну-ка, подобрать масло. Boy there, you seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. I'll expect coin from tomorrow, mind. Ну завтра придется заплатить. Ну ладно, хрен с тобой. My pa always used to say, there's not a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Да я могу и сейчас заплатить. Aye, being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, it is worth devoting yourself to a vocation if you can. Opens up new doors, it does. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. They've much more to offer. Нифига себе, у них уже даже гостиницы есть. Вопрос, а сколько у вас звезд? Отдых в гостинице. В гостинице? Серьезно, а у вас сколько звезд? Я это самый, как его называется? Вип-персона, ёб твою. Гостиница полностью восстанавливается здоровье. Повышается чёрт, выносливость отряда, также уменьшает... Ага, я понял. Я понял. Ага. Я понял. Можно редактировать, в какое время мы можем даже встать. Я понял. Отдохнуть. Беседовать. Да, хочу поспать. We must rest, though the sun is still up. Нас просто тупо... Так, уровень 2. Здоровье 14, выносливость. Заверши историю... Завершена история начинается, окей. Доберитесь до Мелви. Пожалуйста, а как я могу до нее добраться? Подожди. А ну-ка. Открыть. I've beds to spare, if you're looking for lodgings. And if you'd like to change your vocation, come see me anytime. Отдохну за 200. Ты че, дурак? Какой у меня бабла нету, чтобы отдыхать? Подожди. Хранилище. Пожалуйста, положить в хранилище, забрать, снарядить из хранилища, продать предметы, объединить. Пожалуйста, забрать. Я что могу забрать? Походный ранец путешественника. Набор позволяет чего? Разбить лагерь в подходящем месте благодаря снижению. Я для них путешествие среди путников. Ага. Пожалуйста, а как я могу взять это? А, это я взял, да? Камень пробуждения. Дымовая приманка. Книга, которая позволяет восстановить... Чего? Позволяет восставшим... Чего? Позволяет... Угу. Я понял. Угу. Так, а чё, ключи из от темницы. А зачем? Пожалуйста, а как я могу положить? Так, снарядить, продать предмет, забрать, положить в хранилище. Это же то, что у меня здесь есть. Да? Здоровье. Это что у нас? Ветки. Фонарь.
Масло. Меч. Гоблин. Зачем мне гоблина? Это вот. Сколько положить? Да все положить. Подтвердить. Так. Зверя. Пу-пу-пу. Ветки. Зачем мне эти ветки нужны? Такс. Ага. Ну, вроде бы все. А как я могу... Это же это вот одежда ее. Ее могу даже редактировать. Нифига себе. Неплохо. Пожалуйста, что такое за гильдия призваний? Сменить призвание. Нет. Да, заходи снова. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Чего обожаю сражаться с грозными противником. Ведь мой. Ведь бой лучше поиска. Себе возможно действовать независимо. Чего? Пожалуйста, зачем ты мне нужна? Награда. Пожалуйста, зачем ты мне нужна? Рейтинг. Пожалуйста, зачем она мне нужна? Второй уровень. Нанять за ноль. Посмотреть информацию. Пожалуйста, зачем она мне нужна? Она вор, да? По призванию. Призвание. Ну естественно, вор она. Ага. Жетоны пешки? Ага. Пожалуйста, зачем ты мне нужна? Вопрос, а зачем она мне нужна? У меня есть вот это вот, у меня есть маг. Зачем мне вор нужен? Если у меня есть маг. Пожалуйста. Да ты идешь или нет? Давай, ко мне иди сюда. Во, замечательно. Так, пожалуй, Е схватить, пожалуй, я не могу... Я не понимаю твои намерения. Идем. Серьезно, я ее могу схватить? Да ты, я... Защита F. Master, idle chatter shan't do our cause any good. Пустая хозяйка. Да я знаю, что я хозяйка. Ядрит колотить. О, боженьки, кошеньки, я не могу. Я ее схватил. У меня кажется... Да, я... беседовать. Давай побеседуем с тобой.
Is there aught this pawn might do for you? Защита, подожди, я ее могу, ведь я могу ее убить, правильно? Но я ее не буду делать, я просто, наверное, могу. Подожди, я могу загрузиться? Система. Параметры, а я могу загрузить? Настройки игры. Сохранить. А... Да ё-моё. Ладно. Я сейчас не понимаю, что я могу делать. Хочешь поглядеть, как у меня тут отличные товары? Пожди, я ее не... А, я ее тоже могу схватить? Отпустить. Пожди, а это что-то влияет? На что... на что-либо? F подобрать, подожди. А меня не будут осуждать, что я тут ворую? Пожди, а где она? Пожди, пожди, как я могу на... Вот так вот, да, посмотреть, как ее... А как я могу, типа, посмотреть вот параметры... Задание, статус, заметки. Пожди, статус. Пожди, а как я могу статус этого самого посмотреть? Призвание. Нет, я хочу посмотреть вот ее статус. По следам дракона доберитесь до Мелви. Информация о задании на Г. Задание информации. Угу. Добраться до Мелви. Мелви. Ага. Допустим-то. А как? Я хочу вот... пожа, как мне идти надо? И куда идти надо? Пожа, меня сейчас выпустят, надеюсь? Выпустить? You a soldier? Could be a surprise to see you arrive in one piece, if not. Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. We've had to start sending out new recruits to cull them. Мы даже не сейчас поставим... Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent out that way then? Accardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. What? Weren't harpies reported in that area? I can't handle those beasts on his own. This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Tisn't far, only a short ways out from the main gate. У тебя бесстрашный вид. Может быть, ты отправишься к нему вместо нас? Этот... Ворот. Ну, допустим, ты принять. Чё, назначение? Приоритетное задание. Приоритетное задание. Можно назначить то, что на момент, если вместо желания выполнения должно вами т. Ага. Допустим-то.
А, я понял. Короче, ладно, я понял. Угу. Короче, лучше я понял. Много не набирают заданий, я понял. Главное сейчас задание много не набирать. Я понял. Испытание новобранца. Помогите Аккарду. Аккарду, окей. А мне можно двери открыть? Спасибо огромное. Спасибо огромное. Пожалуйста. Паша, она знает, куда идти? Паша. Паша. Выносливость расходует. Рывок. Паша, а мы сейчас куда идем? Паша, она ведет нас или мы? Да я думаю, она знает, куда идти надо. Блин. Пожди, а куда нам идти надо-то? Пожди, а как можно... Пожди, тап. Карта задания. Нет, вот это вот хочу выполнить. Так, задание. А как можно поменять вот на это? А как можно задать приоритет на... А, вот. Вот на это вот приоритет задать. Да, вот это вот. В данный момент. Куда надо идти? В ту сторону, правильно? Ой, ёб твою, напали. А прикажи пешкам. А сам я могу давать владающим 4 приказа. От обстановки. Действовать. Ага. Ну да, если за мной идти и ждать, я понял. На помощь. А, если ранен, я понял. Окей. Ну действовать, конечно. В атаку. Ёпту. А пожалуйста, как можно с ними сражаться, с этими тварями летающими? Да ёпту, как они. Зачем меня жарить? Меня не надо жарить. Пожди, она... Пожди, она ведь огнем может... Ёптвой, она... Её... Пожди, она ведь хилится. Ёб твою! Да... Опа, ее подняли. Ага, и скинули, отлично. Да... Да куда она летает, эта фигня? Блин, надо было мага выбирать. Да теперь я хрен его... Ее добью. А нет. Ее запиздили. Все, замочили. Уровень 3. Это у меня уровень 3? Здоровье, та-та-та-та, и это, все? Ну, тут всех замочили-то. Это все? You have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder, till I have the confidence to face such beasts on my own. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I hope we meet again someday. Да-да, мы еще встретимся, давай, пока. Пожалуйста, я ведь выполнил задание, да? Чего? Приоритет? I'll carefully conserve my strength
and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Я берегу свои силы и... тактику и... да я знаю, что она тактику выбирает. Она вот именно на тоже тактику. Тактику-то тактику, пожалуйста. Схватить, защитить, сменить оружие. Чего сменить оружие? Да у меня я не могу оружие ведь сменить, у меня ведь одно оружие ведь. Правильно? Женщина, я могу с вами... Я хочу тебя схватить. Я хочу ее схватить. Идемте. Да идемте. Я вас это сам на руках буду носить. Я добрый человек. Да куда она вырывается? Да вот. Вот. Да, убил. Чего? Кора? А? Да куда она убила? Да что она обиделась? Ё, просто она обиделась на меня. Я хочу на руках ее носить. Это самое, я это, как его называется. Все, вернулась. Спасибо. Я добрый ведь хозяин. Я очень добрый хозяин. Так, подожди. Подожди, задание. Что там по заданию-то? Вернись в фул и... Ага. Так. Так, а ну-ка, я могу... Так. Hey, old friend. А, вот. Many thanks for aiding Akado. It was a relief to see him return. Да-да, он без царапины вернулся. Aye, that it was. The poor son might not have made it back alive had you not intervened. Так. It was a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. Так, we have succeeded in defending our charge. A sign of good things to come, may так, уровень 3. Ага, ее 3. Я на 3 уровня. Подожди, я ведь по заданию я выполню, правильно? Ну да, завершено. Так. Ага. 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 В процессе. Ну тут. Да, вот это вот сейчас выбираем. Погнали дальше. Окей, погнали. Так. А куда идти надо? Так. Ну, естественно. Рук гоблина. Собрать. Ебануться! Атака. Во! Во, правильно, огнем его! О-хо-хо-хо! Молодец, правильно, пизди огнем! Паша, он... Паша, я буду отвлекать! Давай я буду отвлекать! Опа, мимо, лошара! Давай, давай, давай! Опа, мимо! Эй-воу-воу! Ебануться! Рук гоблина.
ебануться. Ага. Так. Яблоко. Ни хрена себе. Вот это я выбрал. Бойца себе, мага. Пожа, что? Чего? Пожа, куда идти надо? А, пожа, карта. Я карта. Пожа, как сюда вот попасть-то? Это надо просто по дороге вот так вот вокруг идти? Блин, это далеко идти. Пожди, собрать обязательно. Подбираем картофель. Сделаем картошку фри. Это самое... Откроем Макдак. Это самое, средневековый Макдак откроем. Опа, опять эти гоблины. Да ёб твою, да вы забодали меня. Гоблины. Ух ты, их тут до хрена, блин, да, воу. Чего? Пожа, она умеет целить? Как его называется-то? Лечение. Блин, если она умеет, как его называется-то? Ёб твою, на нас опять напали. Да вы не даете мне отдохнуть даже. Да ёб твою, эти маги. Ёб твою, заклинание сна. Блин. Мразь. Летающая. Нет, а как можно увернуться-то от этого действия? Тварь. Пали. Надо было мага выбирать. Бля. Тварь. О! Давай, пизди! They'll put you in a slumber, rendering you defenseless in an instant. Подожди, она... Мы-то раскидали всех, пожди. Она может... схватить, что? Доставить, икс, чего? Прокол, зачем натиск? Спецпрыжок схватить. Так, ладно. Идем. Да ёпту, опять гоблины. В атаку. Да, ой, ёпту. Я в рукопашку пошел. Пускай она это сама отвлекает. Как её называется-то? Блин. Короче, я буду в атаку. Кто там еще нападает на нас? Да ёпту! Эти ёбные гоблины. Ух ты, сколько их тут много. Опа. Ой, ёб твою, меня сейчас замочат тут. Короче, вот жирного надо мочить. Ой, ёб твою. Ага. Ух ты ж, бля, мне хана. О, щит. Да, меня замочили. Ай, бля. Серьезно, меня замочили. Подожди, а...
I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Чего? Ты кто такая? Стратегию и... за 68. Да ты чё, дура? Уровень 6. За 6... Ой, за 60... За 68? Здоровье. Чего? Я не понял, с какой... Она пол поменяла. Чего? Шестой. А какое ее призвание? Маг? Это маг шестого уровня, что ли? А нет, маг второго уровня. Да идешь ты в баню? Нет, спасибо. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Подожди, у меня ведь есть вот... У меня есть свой маг, правильно? Огненный маг. Тут где-то были гоблины. Ой, ёпту! Так я и знал, что он... Нифига, она схватила и выкинула его. Молодец. Короче, жирного надо мочить в первую очередь, во-первых. Да нет, жирного. А, жирного уже замочили. Давай, раз, 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 кто пи... Это самое... Все, замочили. Эй! Ёпта, надо помогать. Надо бежать помочь надо обязательно. Бежим. Давай. Ранг повышен? Подожди, она... Ранг-то повышен, подожди, она... тут жирный гоблин какой-то был. Подожди. О, кролика. A common reward. Frustratingly so. Обычно... чего? We've got goblins. Да ёб твою! Да куда она пошла? А, опять гоблины эти. Да мы его... Ой, ёпта! Кто гоблин? Где гоблины? Ёпту, сколько гоблинов тут ходит. Че, дарит колотить, а в меня не надо шмалять огнем, пожалуйста. Ты чё, совсем уже в меня огнем шмаляет? Да я так не дойду, это самое, если у меня сейчас будут все огнем. Эти, как его? Шмалять огнем и это самое, как его называется, так. Гоблины нападают в фильме. Так. Пожалуй, она ведь знает, куда идти надо. Так. In relation to that, we've not counted a thief among our number for some time. А. Мы уже давно, что не в числе воров? Чего? А какие воры? Ты о чем? Какие воры, Подожди, мне надо идти в куда? Мне в эту сторону, да? Вот в эту сторону надо идти. Правильно? Подожди, а сколько мой отряд может иметь, как его называется-то?
Из каких отрядов... Ой, отрядов хотел сказать. Из каких этих самых я могу... с собой таскать вот этих вот персонажей? Ты кто такой? То есть такая, извините. Крепость. Ага, тут была крепость. So, this is Melv. The scars left by the dragon's assault are plain to see. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. Tis an immutable truth of this world. Uh-huh. If I learn of a matter that requires your attention, I shall inform you directly. Uh-huh. А, беседовать. So, this is Melv. The scars left by the dragon's assault are plain to see. Ага. Идем. А что мне? Кто жалко уставшая? Так ты кто? I've a selection of wares that's sure to please. Купить, продать, беседовать. Let me know what you need. Might have just the thing. А, купить. А что у него есть тут? Ключи. Чего? Серьезно, увеличивает кольцо решимости. Ага. Нифига себе. Прикол. А, отменить. Да, пока. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. В каком смысле ничего не светит? У нас денег нету, чтобы покупать. У нас... Мы настолько... Так, кона проклятия решившие воспоминаний. Ага. Мне надо просто тупо бегать и воспоминания. Да хоть кто-нибудь помогите мне. Едет редко здесь, что мне? Не что, убили уже? Едет редко здесь, какой дракон. Ни хрена себе, здравствуйте. В атаку! А, пожалуйста, как я могу на него нападать-то? На, по яйцам! Пожалуйста.
Восстановить воспоминания. Восставший герой. Серьезно, лучника тут. Ебануться, как он пахнул от него. И нам пиздец, правильно? Новый улик. Да, нам пиздец. Спасибо. Замечательно, мы завершили игру. Так быстро. Замечательно, сердце съел наше. Что с этого момента? Помогите мне, мне хана. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Конечно. А в Доктор Хаусу поиграйте еще тут. Здравствуйте, а где я? Ага. Thank goodness. How are you feeling? Как я себя чувствую? Да хреново! Лучше бы новичком бы отравили бы. This is the second time I've watched over you like this, isn't it? Чего? Во второй раз встречаемся? Вопрос. А в первый раз это когда мы встречались-то? Да вот именно. Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? Серьезно? You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. It was terrible. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. You hung on and by some miracle survived. Подожди, если у меня сердца нет, я что, этот сам как его, нежить получаю уже? То есть меня уже не убить? Только с этим самым, как его называется, этим... Не шарпнесом, как в Майнкрафте, а как его называется, это зачарование против нежити. Опять я забываю, как это зачарование звать против нежити. Боже, как это зачарование против нежити? Не Свипи Кейдж. Ладно, неважно. Видимо, я стал восставшей. Ну, наверное. Arisen. I'm afraid I don't understand your meaning. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated. Though I fear you have no memory of this either. Open up, FBI! Has he come for you? We are to part so soon then. Mayhap you will visit me again someday. Ты на чём это само намекаешь?
До тех пор береги себя. В каком смысле? Восставшая? Ну, восставшая из мертвых, вроде бы. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. Хорошо, что я тебя нашел. Гектар. Грек. Чё? Грек. The ruler of Vermin, currently convalescing in the capital, Деревня. If you claim the same, then word must be borne to the capital. Если не знаю себя восставший, то я вынужден доложить в столицу. Да я, да-да, сейчас ты доложишь у меня. Сейчас ты так наложишь в штаны. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Без твоего участия, без моего... Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Конечно, с почетами... Ага. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bit to find you. Конечно. Попытка отыскать меня. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Замечательно. Пожалуй, он получается главный, этот самый, как называется-то. Тот, кто... Тут есть чуваки вот с этими, как его называется-то, со звездами. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть звезд. А этот главный у них, что ли? Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Shall we seek some answers? Может, поищем ответы. Попадите в Вернгворд. Чего? Подарки? Какие подарки? Какие подарки? Где подарки? Что за подарки? Чего? Дарите подарки, и что? Читай дальше. Угу. Так. И что я с ним? Carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. I'll serve with redoubled vigor this day. Ага. Так, это наша маг. Подожди. Маг-то маг. А куда мне надо идти? Мне надо было в ту сторону, да, идти? Oh, have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way. У тебя есть какое-то дело. Oh, no. I'm not lost or not, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us.
made the journey all by myself as well, if you can believe it. But, well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. It'll be a shame to return empty-handed after coming all this way, but what more can I do? What? You'd do that? You'd get the medicine for me? Suppose there's no harm in that, if you're really sure. Oh, sir, I'd be most grateful. Почему он говорит сэр? А я не сэр, я этот как его. Seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And many thanks for your kindness. За доброту. Объединение... Объединение материалов. Яблоко плюс вот это вот будет вот это вот. Да? Угу, F. А где это именно? Доставьте фруктовые... Чего? Hello again, sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? Фруктовые пилюльки? Да, я знаю, где тебя найти. Посмотреть. Подожди, а как? И где купить? Подожди. Тап. Подожди, карта, задание. В процессе. Завершено. В процессе. Подожди, а мне именно... на время надо выполнять. Вот это вот выбрать. Ну сюда вот, наверное, надо пойти купить просто тупо и все, да? Well met. Here for some fruit robberant, are we? Купить. Подожди, а где фруктовые пилюльки эти? А сколько их надо покупать, вопрос? Там одну, да, штуку надо было? За 600 золотых? Ебануться, как дорого. F к оплате. Купить. Ну, естественно, купить. Купить. Спешно доставить, конечно, давайте пойдем доставим. Да вот, здравствуйте. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? Вот. Да, F подтвердить. Да. So this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. Госпожа. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. It was a pleasure to recount such good tidings. Так, уровень 5. Ага. Так, подожди, а я могу посмотреть по заданиям? Подожди, мне сейчас в процессе вот это вот. Угу. Ага. Ну, допустим-то, ладно. Подожди, я хочу посмотреть. Экипировку хочу посмотреть. Hey. Fancy look at my wares. Так,
Экипировка ведь он продавал. Купить. У него и была экипировка. У меня такой же самый меч есть. Лук. Блин, как дорого все стоит. Да ты серьезно? Ебануться, как все дорого стоит. 820, кольчуга. Ебануться, мне даже на кольчугу не хватает. Яблоко, винограды. Стрелы. Подожди. Да мне надо что-нибудь. У вас есть какая-нибудь броня нормальная-то? Как я могу посмотреть свою броню? Кольчуга. Ебануться, она дорого стоит. Даже мы не сможем. Летняя куртка. Ебануться. Я бы что-нибудь купил бы, блин, так и хочется что-то купить, но ладно, я не буду ничего покупать. Да иди ты нафиг. Да, иди отсюда, все. Я не буду ничего покупать. Блин, у меня бабла у нас и так нету. У нас и так уже минус 600. Чего? Что стоит прочитать? Подожди, что стоит прочитать? Где? Беседовать. We may benefit from pursuing the information. Так. Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very brave thing you did. Так, храбрый поступок. And in your debt, Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now, tell me, are you registered with a guild? Какой гильдии? Я не хочу никуда вообще вступать. Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training. Which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, it will only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Каких? Я бойца. Vocation for those who seek to master the sword and shield. Fighters favor a balanced approach, excelling in both offense and defense, and can adapt to any situation. I am a fighter myself, and should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing to impart unto you some of what I know. Should you dedicate yourself to a vocation, you will find that new paths to master will open up to you over time. Try them as you like. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely up to you which vocation you adopt. But I shan't take up any more of your time. Pray be well. Умение метра? Это самый сильный... чего? Сильный навык, поступный для каждого призвания. Угу. Diligence has borne fruit at last. There's no discipline that steadfast devotion cannot teach. Так, у меня сейчас пятый уровень, да? А что мне надо делать-то в данный момент? Should I get up to
Бля, что мне сейчас в данный момент делать надо? Ой, не то. Тап. Задание. Поговорить с ним. Давай поговорим. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Могу дать тебе совет. Закончить well. Разговор. There is no, but I shan't take up any more of your time. Береги себя. Here at the inn, we also get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Отдохнуть? Нет, хранилище. Гильдия призваний. Сменить призвание. Приобрести, принять умение. Умение гильдии призваний. Смена призваний. Пожди. Воздушный разворот. За 200 ОД. Натиск щитом. Нет. Ну вот это нормально, кстати. Воздушный разворот. О, это хорошая вещь, кстати. Конечно. А я могу натиск щитом взять тоже. Окей. Подожди, на С. Так, усиление, навык. Снять умений. Ага, F подтвердить. Чё? Так, воздушный разворот, мгновенный удар. Бля, я могу? Значит, щитом. Воздушный разворот. Это что это у нас было? Ага. Мгновенный удар, это что у нас? А, это вот это вот. Воздушный разворот. Значит, с щитом. Ага. То есть у меня раз, два, три сейчас. Ага. Я тоже могу. Серьезно, это то есть я каждому могу. Вспышка, пламя. Вспышка это что за маг? За магия. Еба! Вот это хорошая вещь! Пошли, оберег. Оберег. А что он делает? А тут есть что-нибудь? Лечение какое-нибудь? Блин, это хорошая вещь, кстати. Вот это вот приобретаем ей. Да. Офигенная вещь. Ага. Вот. Хорошая вещь, кстати. Вот это вот. Довольно мощная. Ебануться, это довольно мощная атака-то. Особенно на гоблинов. Чего отдохнуть? Гильдия, позвони беседовать. Да. Да, давай, все, пока. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Дай тебе совет. Uh,
Naturally, it is a vocation for those who seek to master the bow, an exceptionally useful long-ranged weapon. At close range, however, a bow is nary more useful than a walking stick. Aye, the secret to being a successful archer is maintaining distance between you and your foes. It is a vocation for those who seek to master the mystical arts, magic. Mages can cast a wide array of offensive spells and aid their allies with magical support. However, the more powerful the spell, the longer one must spend incanting it. Thus, a mage is unlikely to last long on the field of battle without allies to protect them. It is a vocation for those who seek to master the dagger. Such blades lack heft, though this grants them the advantage of speed. Thieves favor light armor, which leaves them more vulnerable to attacks than those of other vocations. Their talents depend upon their finesse and ability to compensate for the length of their blade through sheer agility. Very well. There is no wrong choice, but I shan't take up any more of your time. To do. He really ought to have returned by now. This is generally used as a material. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The Watchhead's waiting for you. Someone must have the answers we seek. If we ask around, we might just find them. What am I to do? You really ought to have returned by now. Returned. Good timing, too. I have questions for you. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Good. Then let us be on our way. Goblin master!
did my best to match your skill, Master. One might confidently call that a resounding victory. Arisen is the lawful ruler of Verlan. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet, not all claims are true. Our kingdom sees many pretenders, and they are not dealt with like the rest of them. An obstacle blocks our way. Perhaps we might remove it by force. If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. Might I be of assistance? Look there. I espy another statue. One never can have too many of these.
Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? I see the Sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying their trade. It is uncertain. This one commands the loyalty of the pawns. What? Impossible. You know as well as I do that there can be but one arisen, and he's up in the palace. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on such a matter, I would make my report to the capital. If the claim is false, we will be rewarded handsomely for our trouble. If the claim is true, however, who can say? All's been arranged. Come, let us pass through the gate. I should be glad to assist you, Arisen. An ox cart was meant to meet us, yet it is nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. As your pack becomes heavier, so too does your step. Perchance you ought to let a few things go. I have nothing further to add.
everyone all right? More marks of the dragon's fury. Its rampage must have weakened the earth here. Enough! It shall be done. I am here to aid you, Arisen. I'll collect that. You needn't trouble yourself. I dare say the cart shan't be traversing this. Onward! It might await us on the road ahead.
A fine place to harvest some ingredients. I say it. We trounced our foe, well and true. You called? Forgive me, but you do not appear to be in need of aid. I'd wager there's aught to be found here. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Where ought we to go now?
What's this? We're trapped. Cyclops! To think we'd encounter one here of all the places. Hear that thundering gate? It is a Cyclops. Seem I misjudged you. I had taken you for another false arisen. Goodness knows we see a lot of them. Yet the valley you showed in coming to our aid has dispelled such thoughts. Here, take this as a mark of my trust. Give it to one of the sentinels stationed at the gates to the capital, and you'll be granted an audience with Captain Brandt. You're free to make your own way to the capital now. I see no need to keep you under constant watch, and I'm sure you'll breathe a little easier as well, aye? Of course, if you'd rather continue to accompany us, you are still welcome to join us on the oxcart.
'Tis your decision. Master, I'm not sure how much longer I... And 'tis dark enough to warrant the use of your lantern, Master. Very well. I shall return.
tomorrow, everyone. Master, idle chatter shan't do our cause any good. Where ought we to go now?